друзья, всем привет из Западной Сибири. По случаю снимаю для вас видео, раз уж оказалось рядом. Вот такую ледовую новую арену построили у нас. Сдали в эксплуатацию, наверное, за год. Сейчас еще очень шумно. Ведутся окончательные работы. Ну, а мы приедем, когда выпадет снег, и посмотрим красивую подсветку. Я думаю, сейчас очень темные вечера, сентябрь, октябрь. Телефон может в темноте не снимать, но когда выпадет снег, тогда и посмотрим. Замечательный комплекс, называется Arena Drive. Там на фасаде, на подсветке должен быть летящий ястреб. Ну, а я вам показываю окрестности. Мост через Иртыш. Очень здесь шумно. Иду в Оби. Друзья, у нас очень жаркая погода. Третья декада сентября. 21 число. Сейчас плюс 28 в тени. На даче делать что-то сложно. Очень сухо. Засуха продолжается. Мы ждем дождя. Что ж такое за 5 месяцев единственный ливневый дождь? Ну, а арена крытая, ледовая, конечно, замечательная. Будем кататься на коньках. Повсюду стройки в нашем городе. Ну, а я хочу посмотреть, как преобразился магазин Оби. Какой там ассортимент. Мы там не были с самой весны. За одним зайдем и в Ленту. Цены не изменились, друзья, так что в магазинах снимать бессмысленно. А вот там оранжевый кубик – это Оби. Какой же он маленький по сравнению с этой ареной. Всем, друзья, хорошего настроения. Но мы будем греться. У нас до плюс 30. По-моему, наша область единственная во всей России, где стоит такая жара. Видимо, южный ветер принес нам такую погоду из Средней Азии. Всем до скорых встреч!